Макс, Макс! Что, мам? Макс, сходи, пожалуйста, в магазин. О! Хорошо, мам, а можно я сдачу себе оставлю? Макс, я не знаю, там сдачи, наверное, совсем не останется. Купи, пожалуйста, все по списку. Только точно по списку, хорошо? А, ну, может, на один сюрпризик хватит, мам, а? Даже не знаю, Макс, у меня список такой большой, нужно много что купить. Но если ты только сэкономишь... Сэкономишь? А это как? Я сэкономлю. Что не сделаешь ради сюрпризов? А как надо это экономить? Макс, ну, например, у меня в списке написано килограмм бананов. Нужно взять именно килограмм. Если тебе, например, взвесят килограмм 100 или килограмм 200, это будет уже дороже. Или, например, у меня здесь в списке хлопья. Можем найти хлопья подешевле, а можно подороже. Если ты возьмешь подешевле, ты немножко сэкономишь. Может, тебе и на сюрприз останется. Ха, так это легче простого. Я найду все подешевле и все точно по списку. Давай, мам, я пошел в магазин экономить. Хорошо, но только запомни, что экономить нужно строго по списку, чтобы все купил, что здесь написано. Понял, мам, экономить строго по списку. Да так, чтобы еще на пару сюрпризов осталось. Так, что у нас первое в списке? Килограмм бананов. Ага. Здравствуйте. Здравствуй, мальчик. Тебе чего? Мне это. Взвешайте, пожалуйста, килограмм бананов. Килограмм бананов? Конечно. Так, здесь килограмм 150 грамм. Возьмете? Килограмм 150 грамм? Сейчас. Килограмм бананов. Нет, мне нужен ровно килограмм бананов. И подешевле. Есть у вас бананы подешевле? Ровно килограмм. И подешевле? Ну, есть вот. Но они немножко переспелые, поэтому уцененные. Брать будете? Ага. Ну, переспелые, так это же хорошо. Они должны быть очень сладкие. А мне нужно экономить. А эти дешевле. Давайте, вот этих уцененных целый килограмм. Получилось килограмм 300 грамм. Брать будете? Нет, мне надо ровно килограмм. Оторвите пару бананчиков. Это много. Так, бананы я купил. Теперь нужны хлопья. И молоко. Молоко? Вот. А вот хлопья. Сколько-сколько? Ого, а подешевле ничего нет? Подешевле? Подешевле нет. Молоко и хлопья. Так это я половину денег на них потрачу. А если сказать маме, что молока не было? Это я уже сэкономлю. Так, а если не было молока, тогда зачем нам хлопья? Хлопья же пьют с молоком, а молока-то не было. Так, ладно, спасибо, не надо. Ага, яйца. Мне нужны яйца. Яйца вот там, возьмите. О, десяток яиц. А в списке у меня написано просто яйца. А можно мне 5 яиц? 5 яиц? Но они продаются десяткам. 10 яиц. А, опять, никак нельзя. Просто я это, экономлю. Нет, мальчик, 5 никак нельзя. Будешь яйца брать? Если я скажу, что яиц тоже не было, это уже будет очень подозрительно. Да, давайте десяток яиц. Так, яйца взял, бананы взял. Что там еще в списке? Морковь, 1 килограмм. Угу. И яблоки, тоже килограмм. Морковь? Я так понимаю, вам ровно килограмм нужен, да? Да-да, ровно килограмм моркови. Так, могу предложить 100 кило? Или... Если убрать одну морковь, будет 900 грамм. Тетенька, вы меня, наверное, неправильно поняли. Мне нужен это, килограмм моркови, не 900 и не 100 кило, я экономлю. Мальчик, я могу взвесить тебе либо 100 кило, либо убрать одну морковь и будет 900 грамм. Ты брать морковь будешь? Тетенька, вы это, не ругайтесь. Просто мне мама сказала экономить и купить все точно по списку. Можно мне 1 килограмм морковки? Так все-таки 1 килограмм, да? Ну сейчас. Отломлю тебе пол морковки. Ну вот, теперь 1 килограмм. Брать будете? Да, буду. Там же 1 килограмм. Мне как раз 1 килограмм и нужен. Так, еще яблок. Ровно 1 килограмм. Ну вы это, знаете? Да-да, я знаю. Ровно 1 килограмм. Держи, мальчик. Ровно 1 килограмм. Ровно прировно. А вы что, одно яблоко откусили, что ли? Ну да, а как? Как я сделаю тебе ровно 1 килограмм? Вот и откусила. Лишнее 80 грамм. Яблоки брать будешь? Буду, ведь в списке у меня есть яблоки. Мне нужен был ровно 1 килограмм.
Итак, мне еще нужно... Нет, мальчик, все. Магазин закрывается на обед. О, а мне больше ничего не нужно. Я все купил. Пробейте, пожалуйста. Так, сейчас, подождите. Я сюрприз выберу, на который я так долго экономил. Герой в масках или рожки с сюрпризом? Как думаете, что купить? Там сладкий рожок и игрушка, а здесь яйцо и игрушка. Герои в масках или собачки в масках. У меня там есть уже игрушка. Собрать всю коллекцию или вот этот. Не знаю, что купить. На что же я экономил-то, а? Мальчик, можно я на обед пойду, а? Ну посчитай по считалочке, что ли. Выбери уже сюрприз себе, на который ты так долго экономил. О, точно, на золотом крыльце сидели Микки Маус, Том и Джерри, Скрудж Макдак и три утенка. Выходи, ты будешь Понка. Вроде так. Ха, герои в масках мои, пробейте мне, пожалуйста, все по списку и вот этот сюрприз. Я сэкономил, ребята. Мне хватило, еще даже немножко сдачи осталось. О, может, мне на тот сюрприз хватит? Нет, мальчик, все, мы закрылись. Не хватит у тебя, не хватит. Да, а много не хватает. Может, я еще сэкономлю? Эй, ну вы куда? Эх, на обед закрылись. Мам, я все купил. И на сюрприз себе сэкономил. О, это как это? Все купил и на такой большой сюрприз осталось? Странно. Да, мама, все купил, только молока и хлопьев. Их просто не было, поэтому я не купил. А на остальном я сэкономил. Макс, а что это? Гнилые бананы, откусанные яблоки и отломанная морковь? Мам, ну это, эти бананы были подешевле, я сэкономил. А яблоко, ну никак было не сделать, чтобы был килограмм. И тетенька, представляешь, взяла и откусила, чтобы ровно получилось. Я очень просил, чтобы ровно было. А морковку тоже, чтобы килограмм был. Вот, яйца купил, смотри, 10 штук. Хотел поменьше, но меньше не продают. Ой, Макс. Супер-мега-экономист. Это же надо было на обгрызанное яблоко, гнилые бананы и десяток яиц наэкономить. Зато сюрприз себе купил самый большой. Эх, Макс. Да, мама, я такой, я экономный. Да, ребята. Ага, экономист. Яблоко вон, доедать будешь? Или бананчик? А, Макс? Не, мам, я не голоден. Я пойду сюрприз открою. Честно, наэкономленный. Ух ты, новиночка. Киндер-сюрприз «Герои в масках». Я такого еще нигде не видел, а тут взял и купил, потому что честно наэкономил. Ух ты! Ребята, смотрите, какая странная капсула. Я еще такой в киндерах не видел. Как ее открыть? Ух ты, здорово! Мне попалась вот такая запускалка. Прикольная. Пойду испробую, как летают мои герои в масках. Ну что, ребята, вот только я сегодня в магазин сходил и себе сюрприз купил. Ну что, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Дариналка и смотрите новые мультики. Пока-пока! А вы, ребята, любите ходить за продуктами? И получается ли у вас сэкономить на сюрприз? Нет, тогда учитесь у меня, у Макса. Пока-пока! Пойду свою игрушку запускать. Детский канал Дариналка ТВ представляет. Подпишись на канал Дариналка, смотри мультики с нами.